Hei, Vili! Nimini on Zenia Fornax. Olleti sa sauna fani. Sinulla on jopa nimisi Harvielesi. Ja miele suomalaisen saunan salaisuudet. Kiitos ja nähdään pian. Hei, Vili! Nimini on Zenia. Ville, Морис. Я из магазина Fornax, город Новосибирск. У нас большой интернет-магазин и несколько магазинов в нашем городе. Естественно, мы представляем продукцию Harvier у нас в сибирском регионе. Потому что это настоящая баня. Да, настоящая баня. И вдвойне приятно то, что Вилли Хабасова совершенно недавно, ну, в масштабах, конечно же, компании Harvier, вдохнул новую жизнь в такую печь, как Harvier Legend. И да. Сейчас, естественно, это одна из самых продаваемых печей Harvier. И я попрошу Вилли вкратце рассказать, чем же она отличается от всех тех печей, которые были раньше. То, что мы делали, это просто там сгорание. Правильно я сказал? Да, да. Да, сгорание. Очень хороший. Поскольку вот самое, для меня самое важное, когда вот, то есть для меня травяная баня это единство. То есть я электрически иногда хожу. Ну это не, ну, для меня это не правильно. Честно скажу. Ну поэтому надо, чтобы травяная была хорошо подготовленная. Хочется, чтобы это все всегда действовало хорошо. Я не хочу задавать такие банальные вопросы, как чем отличается финская сауна от русской бани. Я прекрасно понимаю. Я, кстати, видел ролик Харвия. И если бы я его смотрел без озвучки, когда там не слышно финская речь, я бы просто бы понял, что русские бородатые мужики попарились в деревенской бане, прыгали в снег. Поэтому здесь, наверное, все очевидно, все понятно, чем все это отличается. Я думаю, что ничем. Ничем, только вот трава очень. А. Вот самое главное, чтобы у нас, например, я всегда хочу, ну, то есть я там при бане без жура. Или как это самое умывается. Чтобы не было смолы лишней. Да. Потому что я просто люблю пар, и пар должен быть очень такой тщательный. Поэтому получается тщательный хороший пар, когда нет и нет. Получается, что там смолы. Или, а ну как, вы же тоже, наверное, топите березой, хоть и березой. Березой без кожуры. Потому что я всегда, я даже делаю так, что зимой я очищаю дерево до трех метров. Потом я их только валю. Угу. У меня получается, это уже без кожуры. Дерево чистое, сухое. Чистое, сухое, да. Потому что иногда зимой я ставлю чуть-чуть сырье. Чтобы когда баня холодная, чтобы не получилось так, что печь горячая, а здание еще холодное. Чтобы не было резкого нагрева. Да, резкого такого, да. Поэтому я иногда это делаю так, что я специально отапливаю ногу, чтобы тихонечко не нагрело здание. Потому что это очень плохо, я считаю, что печь горячая, а здание холодное. Надо постепенно. Да, постепенно поднимать температуру и там, всем. Чтобы стены не квакали. Да, да. Вилли, а я вот сейчас вспомнил, а вот этот метод, когда бересту, кожуру с березы срезают на несколько, это самский метод, старый дед. Может быть, да. Я не знаю, мне очень интересно. Я не знаю, это... Потому что я слыхал, что это, во-первых, они также дрова заготавливали. Трехметровые вертикально хранили всю зиму, вот, и как бы потом они уже ими топили. Да. Это не поленницы, а просто вот вертикально. Да, вертикально, да. Да. Ну, я так вырос, я так меня хранучу здесь. Но вы настоящий фанат бани, насколько я знаю. У вас же несколько бань. Семь бань. Вы каждый день ходите по одной? Я каждый день, нет, я как минимум раз в день хожу в баню. Иногда два раза. У меня 7 бань для настроения. Потому что в один день есть настроение пойти туда. То есть это не то, что понедельник сюда, вторник туда. Нет. А просто это то, что настроение. Настроение. Сегодня хочется по черному. По черному это самое тяжелое, это самое долгое. Потому что у вас же есть торфяная баня, да, по-моему? Да.
самое главное, что у меня есть длинная. А. Это было, знаете, когда вот раньше были времена, когда у нас закопали яму, там держали костер, и потом оленями шкурами согревали это все. Это получилось баня. И дальше, первое, то, что пришел каменный века, пришли то, что делали длинные. То есть у меня то, что есть, я нашел человека, который умеет делать спину, и березовый вот этот самый дрова. Три дрова. Да, я делал как эскимос живот. Типа юрта. Юрт такая, да. Такая Купол получается. И самое главное, что надо каждый день, каждую неделю надо воду поливать. Потому что самое страшное, что если он сохнет. Если сохнет. Да, он развалится. Да, развалится и все. Здрасте. Я хотел сказать, что вообще баня вас преследует по жизни. Вы вместе шагаете. Да. А почему? Потому что тот фильм «Кукушка» 2002 год, да. Когда вы снимали, у вас самое начало сцена была, где вы должны были освободиться от камня. И уже тогда вы разжигали огонь, поливали камень водой и получали. Да. Конечно же, это такое эффектно было очень, выглядело. Кто знает, что идея-то ваш друг предложил «Кукушку» снимать фильм. Виктор Бичков, вы вместе да. с ним. Да, да, вместе придумали. Это было, мы хотели первоначально снимать театр. Мы хотели делать запах в театре, потому что мы искали спектакль такой, чтобы два человека не разговаривали на одном языке. Да. И был так. Я Александр Рогожко, который создал фильм, сказал, что говно и гнил. Ну, все-таки сняли. И вот так получилось, что все-таки для меня это самое важное. Самое главное кино вообще в моем канале. Вот, вернемся к бане. Да, вернемся к бане. Потому что это, понимаете, вот я вот как-то... У меня, я где родился, где жил, в детстве, у меня баня. А вот здесь есть душа. Я не... Нет. То есть я каждый вечер воспую память. То есть я прихожу из школы на спальню. То есть у меня души нет. Я просто... Поэтому память для меня является очень важной. Ну, конечно. Раньше же в бане и рожали. Рожали, умирали. Умирали в бане. Ну, естественно, всю жизнь человек проводил в бане. А вот, кстати, интересная ваша традиция финская – пить кофе со стопами. Я не могу. Не можете? Нет. Я пью чай. Ага. Но я все равно, я понимаю, потому что я, когда записывал ролик перед выставкой, я приехал в баню, это было 12 часов. Ну, днем я пошел в баню. Я просто... За город уехал, сходил в баню, попарился, еду по делам обратно в город, и все, я не могу, я должен отдыхать. Поэтому я понимаю, здесь надо было выпить кофе, конечно. Ну да. И потом, почему я решился тоже с Харли, потому что в свое время, когда переходили в черную баню, должен был, понимаете, в каждом городе был общественный баня. И Харви для этого был просто компания, которая производила печки для общественных бани. Потому что топить бани с трамвами тяжело. Поэтому надо по-другому. Много народа ходило в бани общественные. А у нас это считалось нормой. То, что у нас кварталы строились так, чтобы каждый человек имел баню. Потому что как? Без этого никак. Потому что иначе болезнь, там как раз коронавирус, конечно. Да. А это сейчас надо, чтобы все были
Да, сейчас нужно увеличить количество бань в России. Общественные бани и спасает. И домашние бани. И домашние, да. Домашние бани, это вы должны изолироваться, да, уже и своей семьей жить вот в этом маленьком мире и, конечно же, каждый день ходить в баню. Да, я каждое утро хожу в бассейн и плаваю там. Километр, полторы километра плаваю. Я не могу понять, почему вот у нас было сейчас событие. Вчера, вчера, там, все спортзалы, все закрыли, все. А общественные бани ушли. Дальше я думаю, а почему? Потому что там горячий воздух и все. Поэтому я решил, что я буду каждый день. И это правильно, дорогие друзья. Это важный совет, совет от человека, который очень много знает, очень много понимает. Вырос в бане от Вильни Лапасова. Ну, естественно, глупо спрашивать, если у вас у самого печь Харви... Много. Много? Много. Да. И... Я сейчас на даче, самое главное, у меня на даче есть такой ежедневный бань, куда я хожу каждый день. И потому что у меня был там печь до этого, который можно топить быстрее. Ну, там пар уходит достаточно быстро. А я хотел переходить на то, что... что у меня долг чуть-чуть дольше топится. Топится. А быстрее, то тогда можно часа два, можно палец. То есть можно затопить, пойти заниматься, да, своими делами, не торопиться никуда. И потом пойти в баню и долго наслаждаться паром. Ну, естественно, Харви Регент, она... Там больше 200 килограммов камней. Да. Да, очень большая масса. А самое главное, что чем больше камней, тем лучше. Я считаю. И причем там же можно не только сверху воду подавать, но и когда раскалится еще на боковые стены. Да. Ну, боковые я все равно чем сверху. Ну, понятно, да. Я все равно чем привычно, да. Ну, там все равно они пойдут. Ну, там, ну, хорошо, верхние камни уже нет. А там дальше все есть. Кстати, наши покупатели магазина Фарнакс отмечают, что вообще, конечно, формы печи сохранились прежние, контуры печи, но вот то, что вот получилась сетка, сетка очень элегантная вышла. И я увидел в одном из ваших роликов, когда вы рассказывали о лахте, где вы, видимо, у себя снимали, и там вместо костровища у вас стояла сетка от Харви Легенд. То есть вы воспользовались служебным положением своим, взяли, и, кстати, это классная идея, может быть, еще сделать отдельное костровище такое. Спасибо. Да. Потому что это все равно не мы придумали. Это придумали наши предки. Ну, то есть предки придумали. Но на самом деле, это делать сессию. Позже сделать самое крышу. Это все же придумано кайф. Это все. Ну, это преемственность, традиция, да, это всегда важно. И когда есть возможность их возродить, когда есть возможность понять, как твои предки, да, парились, как твои предки вообще жили, это на самом деле. Палец. Да. И даже если человек городской забывает, что такое баня, что такое пар, вот просто уделите этому времени один уикенд, один день, сходите в баню, к друзьям, в общественную баню, и вы поймете, что вы очень много теряете, если не ходите каждую неделю в баню. Каждый день. Каждый день, тем более, в баню. Крайний вопрос по печи легенды о Харви. Именно вот в модификации Хапаслава. Подписная печь. Вообще компании Харви 70 лет уже. В этом году исполняется 70 лет. Это, наверное, одна из самых старейших компаний в мире, которая производит подобное оборудование. И то, что, в принципе, печь легенда, она производилась очень долго. И я думаю, что на ближайшие лет 10-20 вы обеспечили новое будущее. Надеюсь, потому что, поскольку я уже говорил, что я любитель бани, я люблю палец, и просто уже с Харви у нас давнейшие отношения, то есть я с самого начала своего карьеры хотел, чтобы, если у меня есть дружество с кем-то, то это вечно. А в Харви получается вечно.
Супер, просто. Да. Вилли, большое спасибо. Спасибо. Можно пару слов нашим зрителям канала Фарнакс Фильм? И какое-то напутствие, пожелание? Ребята, вот в бане, вот на сегодняшний день, в бане это самое главное для человека. А потому что там всегда рождались. Поэтому давайте самое, в бане это самое лучшее для нас. Спасибо большое. Спасибо. Очень рад. Спасибо.